Те, кто пришел просто посмотреть и отдохнуть, в этот раз ждала широкая концертная программа. Два бравых казака в традиционных костюмах развлекали народ, играли с детьми и пели народные казачьи песни. Те же, кто пришел не песни петь, а купить что-то вкусное и полезное, могли угоститься мясными деликатесами из Краснодарского края, попробовать фрукты и овощи из Чувашии или прикупить льняных изделий из Беларуси. Колбасные, молочные, зелень, овощи, фрукты, все, естественно, здесь посвежее. Даже вот по витринам пройтись просто шикарно. Так что по фруктам, по овощам, по всей остальной потребительской колбасной, молочной продукции, вот печенье, все свежее. Я прихожу и за продуктами, и за промтоварами какими-то, как что нужно. Вот есть постоянные продавцы, у которых я периодически что-то покупаю, вот сзади, например, стоит. Так что вот. На ярмарке можно было купить не только продукты. Совсем скоро детвора вернется в школу. Многие пойдут первый раз в первый класс. И именно для них был целый павильон со школьной формой. Заодно продавцы поведают секреты покупки одежды на вырост. А в павильонах с фруктами красивая девушка с удовольствием расскажет, как правильно выбрать спелый арбуз. Обязательно должен иметь бачок, где он лежал. Он должен быть вот такого цвета, желтенького. Эти арбузики самые вкусные. Не только вкусные, но и безопасные. Обязательно проходит проверка нашей ветеринарной службы, мясной продукции, продукции животноводства. И в течение всех выходных проходит проверка. Она проходит негласно, без предупреждения, для того, чтобы наиболее объективно отразить итоги. А для маленьких посетителей ярмарки собрали целую поляну с аттракционами. Несколько надувных горок, одна огромная для самых смелых и две поменьше, и батут-кенгуру. Есть и маленький бассейн с большими пузырями. Залезаешь внутрь такого и бултыхаешься в воде. Алексей Митронин, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.